Сейчас. Я бывший написал. Кто пишет? Не знаю, сейчас посмотрю. Бывший. О, написала. Тебя здесь никто не ждет? Вот сука! Смотри-ка, ответил. Она что мне, факт показала? О, голосовое пришло. Я такого не говорил. О, смотри, голосовое. А, это Никитка Белые Зубки 3 минутки. Что? О, ответила. А, это та, которая хрюкает во время оргазма, да? Ты же говорил, тебе нравится. Не нравится? Да пошел ты. Это тот, который вещи с мамой покупает, да? Что? Ты рассказала про мою маму? Да пошла ты. Это твой будущий бывший. Мне не звони. Ну что, Литвин? Инесса Юрьевна, ну не могу я! Да ты ничего не можешь! Да ты хуже всех в классе учишься! Да кем ты вырастешь? Кем ты станешь? Да посмотри на себя, как ты выглядишь! Ты ничего не добьешься в жизни! Как у тебя дела? Как у меня дела? Я тут слетала на Бали и сделала себе нос. А можно потрогать? Ой, нос сделала. Я себе попу сделала. Можно потрогать? Нет. Нос, попа, я себе грудь сделала. Можно? Кстати, тебе нужно щеки убрать и грудь сделать. И попу подкачать. Иди к своему мужчине и скажи, что ты элитная женщина, и на тебя надо тратить много денег. Да, пожалуйста. Да будет шоу. Большая война. Да будет шоу. Я элитная женщина, ты должен тратить на меня много денег. Я хочу попу, грудь и нос. И щеки. Остаемся навсегда. 905 года, дом 5. Поехали. 200. А если у меня нет денег? А если нет денег? Давид, подожди. Почему 200? В смысле? Да за 200 никто не ездит. Фу, Карина, да какая разница? 200 рублей, 300 рублей. Это ролевая игра. Да как какая разница? Важно, никто не ездит за 200. Да в жопу. Доктора вызывали? Вызывал. Я болен. У меня жар. Тогда мне нужно послушать ваше сердце. Ты что, прикалываешься? Да что не так? Бля, ты спрашиваешь что? Сердце, сука, с другой стороны! Да какая разница, с какой стороны сердце? Это же ролевые игры! То есть 200 рублей для тебя важно, а где у меня сердце, тебе не важно! Дебил! Сама дебил! Ну-ка, дай-ка еще раз. Хочешь сделать мне больно? Я девушек не бью! Че, опять свои сериалы смотришь, да? Иди пожрать приготовь, сидит, плачет она. Голодный твой мужик. Сука, ну почему в жизни не как в сериалах? Супер гуд, супер, супер, супер. Этот красавчик здесь часто плавает. А на берег сходит? Нет.
Но у меня есть идея. Пошли. Нам нужен матрас. Надувной. А вы лодкой не хотите? А нам хватит? Конечно. Адамочка, с тобой все в порядке? А ты же не умеешь плавать! Я доплыву! Нормально! Это кто? А, это мой брат! Стой! Что? Брат пришел! А ему так я говорю, прикинь! Ой, здрасте! Это кто? А я подруга Карина, мне уже нужно бежать, я побежала! Красивая у тебя подруга. Может, познакомишь поближе? А я такая, ничего. Это ты-то ничего? Да ты посмотри на себя, да ты жирная, как корова. Вон, посмотри, она поправилась. Страшная, зубы желтые. Фу, Давид! Ну, давай, ну, пап почти забил. Я худая? Ну, да-да-да, худая. Зубы белые, как наши етасы, господи. Я футбол смотрю, ну дай досмотри. Я важнее, чем футбол. Что? Пошли. Вот, посмотри, я толстая, у меня волосы секутся и зубы желтые. Карин, ты что, с ума сошла? Все у тебя хорошо. Да ему просто на тебя наплевать. Ты просто меня не любишь, тебе все равно. Ненормальная. Женщины, братан, да не говори. Не, ну самое главное, ты-то красавчик. Спасибо, братан.